Всіх братів, як сонце Боже, всіх за рівно, той щиро полюбить не вмів. Тебе, кохане, в країну. Знаете, мне в Египте делают самые оригинальные комплименты и комментарии. Только что меня спросили, что вам? Спросили, за сколько верблюдов я могу отдать Аню. Напишите класс. В комментарии, за сколько верблюдов ее отдать. Красота измеряется так. Выйду замуж. Боже, нет, я по-другому сниму. Приходишь в номер, а у тебя тут такая красота. О, так мило. А там красивый вид. Всем привет, друзья! Я приехала в солнечный Шарм-эль-Шейх отдохнуть. И давайте проголосуем, кто сейчас отдыхает тоже в солнечном городе, а кто, например, катается на лыжах в горах. Рождества, деткам тут в отеле дарят, ну, меня считают еще за ребенка, дарят вот такие вкусности, такого шоколадного Деда Мороза, и вот такой мешочек, точнее носочек, где много орешков, печенек и сладенького. Спасибо, это раздевайся уже. Итак, мы впервые празднуем Рождество не дома, да, вам? Да. А празднуем в Египте. И еду не надо готовить, да, вам? Готовить. Все сразу готово. Нам приятного аппетита, всех с праздником и хорошего вечера. Давай, мам, пячи. Хорошего нам моды.
Привет, друзья! Мы наконец-то нашли с мамой хорошую связь, чтобы вам показать всю красоту в Шарм-эль-Шейхе, поэтому смотрите следующий сторис, я вам расскажу, что было вчера с нами. Ну и, конечно, все, я теперь на связи, так что, да, фоточки, видео, все, контент, экшн. Hit or miss, I guess they never miss. Huh? You got a boyfriend, let him miss ya. He won't find a girl, he won't miss ya. Да. Какой нахуй спать? Вот там мама. Не дает мне спокойно. Посмотрите, что нам подарили на Рождество. Это так мило. Сейчас посмотрим, что там внутри. А!